Привет, друзья! В 37-й части мы с вами сыграем тоже несколько иначе. Не так, как это было, когда мы играли, проходя за голубую команду. Я вот поменял Декстера и Вирту местами. Декстер в этот раз походит первым. И мы начинаем. Мы начинаем. Поехали. Вторая миссия на Троцвилле. Тоже такая довольно простая миссия с техникой. Вот сейчас... Мы будем использовать зону высадки. Там очень классная штука на зоне высадки нам дается в этой миссии, друзья. И всеми вначале бахнуть с помощью ракет. Мне кажется, это прикольно. Хорошо, ты добрался до зоны высадки. Посмотри, что мы тебе забросили. Надеюсь, ты найдешь ему хорошее применение. Да, отлично. Самонаводящаяся ракета. Тут так классно в этот раз, что у них... Юниты, просто три дерева здесь. Давайте сюда в центр бомбанем. Поехали. Первая пошла. Долгий полет, осторожно. Да что ж такое, а? Ну что, откуда взялось это дерево? Там, где не нужно. Так, далеко не уезжай. Не уезжай далеко. Ах, ты нехороший человек. В общем, начинается война на технике. Медленно он двигается. Может быть, даже не успеет. Успеет. И это залетает Декстеру. Ладно. А Дев будет пробираться в тыл противника. Все немножко не так пошло, так что мы немножко изменим тактику. Снайперку забери. Вот. Все, что нужно. Свои танки бережем. Используем вражеские. Пользуясь моментом, я хочу извиниться за свои действия. Хорош. Бесполезный, бесполезный, а в танк сел. И это плохо. Но пропустил. Да, сэр. Так, ну что, герой Вирту? Я думаю... Пойдешь ты, наверное, за ракетой. И воздушный удар используешь. Посмотри, что мы тебе сбросили. Надеюсь, ты найдешь ему хорошее применение. Ух, полный инвентарь, вообще нет свободного места. Так. Так, так. Давай вот так. Команда там нормально должна припечатать. Совсем нормально. Вот теперь сюда нужно ракеты посылать. Ты не уходи, наоборот, кучкуйся со всеми. Но не тут-то было, уходит. Уходит, друзья. Возможно, даже за аптечкой. Там еще наш человек сидит в танке, у него спецоперация.
Ох, как их тут можно хорошо заразить, а? Ух ты! Просто в цель! Привет, мама! Нежно и деликатно. Восстановили мистера Грима и летим за ракетой. Может просто сесть в танк? Ладно, в танк мы сядем нашими ребятами после того, как ракеты позапускаем. Поздравляю, ты добрался до места высадки. А вот тебе и подарочек. Так, как лучше? Как лучше, может в танк? Хотя нет. О господи, зачем я только одел эти модные ботинки? Долгий полет. Такое впечатление, что она в этот раз с двойной скоростью летела. Еще бы один воздушный удар. Сюда, вот это да. Правильно, ломай. Мне за это бонус дадут. Это воспоминание, сэр. Чем могу помочь? За ракетой, мистер Грим. Ох, они потом сюда что-нибудь положат. Ой, положат. Поздравляю, ты добрался на место высадки. А вот тебе и подарочек. Погиб от вражеского огня, сэр! Отлично. Ух, тут пацаны впитывают. Предатель или нет? Предатель, еще танк живой остался. Ой, шикарно, надо сохраниться, друзья. Вдруг выкинет. Декстер. Да нет же! Ну зачем я поторопился? Зачем? Да, это было лишнее. Так, мы помним, что этот дядька бесполезный, у него ничего нет. И почему он вылез, непонятно. Или это не он? Это явно не сон. Это явно не он, да? Так, ну что, поставить динамит здесь, конечно, ты можешь. Вопрос в том, выживешь ли ты здесь потом. Хотя у него жизни много. Ядовитый газ. Это как бы намек, что здесь надо сделать. Ну, действительно, здесь надо сделать ядовитый газ, друзья. Ну, никак иначе. Пока ядовитый газ. А там посмотрим. Меня заставили драться против моей воли. Да куда ты покатился? У меня скоро сердечный приступ будет уже. Помочь многим. Во-первых, пойди туда, чтобы впитывать урон. Во-вторых, у тебя есть самонаводящиеся. У тебя тоже есть газ. Со самонаводящиеся их расшвыряет в разные стороны. И газ уже так не поможет. Как если бы они стояли вместе. Занимайтесь войной, а не любовью.
Все равно один не заразился. Ну, везучие. Мой папа научил меня разбираться с такими, как ты. Технику, да, ломать надо. Спасибо. Дайте еще ракету. Так, тут все живы-здоровы. Надо в технику садиться тебе. Успеем мы забрать вражеский танк. Успеваем. Хотя бы так. Да, используем элемент неожиданности. Вот это поворот. Не хочешь ногами ходить, да? Ну давай, давай. Хорошо, что мы сели в него. Правда, хорошо, он еще по-тупому кидает, мог там побольше людей задеть. Мог по всем трем положить. Еще и своего ранил. Ну, в общем, конкретная затупка с его стороны. Интересно, если мины повредят танк, ход заканчивается. По мосту танк не ездит. Что за вид? Я не знаю, что за вид, но как-то вот так брошу. Сэр, считаюсь погибшим, сэр. Вы стреляли с таким видом? Ничего себе, а так он еще и развернул его туда. Ну окей. Нормальная награда, большая. Вообще Декстеру ее и нужно забирать, так как он видит мины. Все очень сложно, позже. Либо Вирту спускаться придется. Успеем все? Ой, не успеем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ставим мину хотя бы. Еще не достал. Кто-то у нас не брал ракету, это было Дев. Надо тоже не забывать об этом. Что ты не находишь места себе? Готовься! Целься! Блин! Вот так, значит, да? Можно туда разворошить. Но я побегу за ракетой, и ракетой разворошим.
прихрюкивая в припрыжку, просто радость, что ура, сейчас ракету пущу, ура. Когда вот так вот радуются, то обычно в дерево попадает. Дайте ракету. Нет. Поздравляю, ты это я уж думал, нет. Вот тебе и подарочек. С первого раза... Та, зависла еще. Грустно, друзья, но последнее сохранение аж здесь, на танке. Не ожидал я, что оно выкинет на зоне высадки. Печально, но может в этот раз снаряд у нас лучше ляжет. Давайте попробуем как-то так. Сэр, считаюсь погибшим, сэр. Теперь все будет по-другому. Ну да, в этот раз лучше лег. Гораздо лучше. Молчу, потому что расстроился я из-за этого всего. Так все весело складывалось. Нет, надо было взять нас выбросить. Ну, значит, теперь мы не допустим те ошибки, которые были. Вам же хуже. Много урона нанес парень за ход. А теперь посмотри, что ты здесь натворил. Вот и молодец, победа уже не за горами. Танк взрывай. Странное решение. Так, есть ли смысл сейчас идти за той ракетой, по кому ей бить? Ну, его можно убить, да. Его можно и без ракеты убить, в принципе. Так и сделаю. Полный боезапас, ну давайте сходим туда. С этим дядькой позанимаемся. Танк. Поедем на мины. Молодец, а это небольшая награда твоим парням. Не забудь забрать ее.
Да, конечно. Мимо. Если ты одержишь победу, то в твою честь мы устроим настоящий парад. Прикольно. Нам бы все-таки взять. Ну вот так вот взяли, друзья. Фанимся как можем уже. Мирхов вылечит, все нормально будет. Так, бонус мы взяли. Надо туда к ребятам. Там Бирхов лечить будет. Отсюда атакуй. Правильно, туда, чтобы там всех вылечить. Спасибо. Чем могу помочь, сэр? О, дела идут все лучше и лучше. Герой Вирту там классный стоит. Сэр, считаюсь погибшим, сэр. Чем могу помочь? Давай-ка сходим за оружием. Зачем нам настолько мощная штука? Раздали, юзнем. Мосту над минным полем с рогами. Шикарно. Вы, ребятки, меня не победите. У Декстера много
больше всех убийств. Добавим в копилку еще одно. Ну так, через него, чтобы он за спиной Декстера умер, чтобы он этого не видел просто. Они веселье. Бирхов там прыгал как мог. Три бонуса наши, да, немножко подпортило выкидывание. Эту часть буду сохраняться после каждого хода. Ну, стараться, друзья, просто игрой увлекся. И жду вас всех в следующей миссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова